Сегодня мы проведем медитацию стихии огня. Примите удобное положение, лежа или сидя с прямой спиной. Сделайте глубокий вдох и медленный, плавный выдох. Отключите ум. Отбросьте тревожные мысли. Дышите ровно, глубоко и спокойно. Осознайте свое тело. Почувствуйте, как плавно поднимается и опускается ваша грудная клетка. Вдох и выдох. Почувствуй, как воздух плавно наполняет твои легкие. И как воздух плавно выходит при выдохе из тебя. Ты чувствуешь себя хорошо и комфортно. Наблюдай за своим дыханием. Это так приятно дышать и осознавать, как происходит вдох. Как происходит выдох? А сейчас представь, что ты стоишь перед большим, ярким, бушующим пламенем. Представь яркий огонь. Почувствуй его жар, его энергию. Этот огонь освещает все вокруг. И ты видишь яркий свет и всполохи пламени. Вокруг окрашивается в ярко-красный свет, и ты обращаешься к стихии огня. Почувствуй, как ты сливаешься с огнем. Ты становишься ярким, могущественным пламенем. Оно разгорается внутри тебя. Дыхание тебе в этом помогает. Вдох. И на выдохе пламя разгорается все сильнее и сильнее. Огонь становится все ярче и ярче. Это яркое, могущественное пламя разгорается все сильнее и ярче. Почувствуй свою силу,
почувствуй силу огня. Которая меняет все внутри тебя. Превращая страхи в пепел, превращая горечь в радость, превращая тоску в желание. Огонь, который стирает все лишнее, ненужное на твоем пути. И возрождает все самое лучшее внутри тебя, наполняет тебя энергией. Огонь выходит за пределы твоего тела и очищает тонкие тела, очищает твой жизненный путь. Очищает различные неприятные или тяжелые ситуации, которые есть в твоей жизни. Огонь сжигает весь негатив. Ты становишься огнем, дарующим тепло и обладающим могуществом. Ты – огонь, дающий жизнь. И для тебя нет никаких границ и нет никакого страха. А есть только пламя твоих желаний и твоя внутренняя сила. Почувствуй, как ты наполняешься, как наполняется каждая клеточка твоего тела этой силой. Сейчас сделай глубокий вдох и глубокий выдох. Вдох и выдох. И сейчас вы возвращаетесь в свое тело. Поблагодарите стихию огня за помощь.
и силу, которой она вас наполнила. Почувствуйте, как в вас течет энергия огня, как все ваши страхи, проблемы, блоки сгорели в ярком пламени. И вы чувствуете себя совершенно другим человеком, для которого нет никаких преград. Сделайте глубокий вдох, выдох, открывайте глаза и улыбайтесь. А я благодарю вас.